Сегодня мы приехали в деревню Каменка, Новгородская область, усадьба Суворова. Сейчас немножко здесь погуляем. Еще Суворова помнит. А что он здесь делал? Это церковь. Да, похоже на церковь. Это, значит, какой-то лагерь. Они играют в баскетбол. У них флаг. Вероятно, они его поднимают по утрам понедельника. Есть спортивный тренажер. Красивый уголок. Действительно, какой-то лагерь. Расписание, день рождения у Олеси. Подъем, зарядка, молитва, завтрак, уборка комнат, линейка. Выходим к озеру. Как здорово, тут они кино смотрят, концерты у них. Идем. Костер. Озеро. Здесь нет сети интернета. Лагерь без интернета с молитвой. Зашли в дремучий лес. Смотрите, какие огромные папоротники. Нашли гриб подосиновик. Боровик называется, царь. Всевозможные сорта мха, мох и папоротники. Это
Все горы и горы. Уже слышим шум воды. Где-то рядом водопад. Смотрите, какие красивые елочки. Прям в кружочек встали, как 12 месяцев. Ой, как шумит водопад. Мощный водопад. Мы с вами дошли до водопада Наташа.